Сейчас я буду играть в Hotel. Ты его будешь играть в Hotel? Так, я сейчас буду начинать играть в Roblox. Ой, блин! Упала. Да. С лестницы. Бывает, если честно. Ладно. Начнем. Так, снимаю наушники. Готовщика. Ну чё, погнали, let's go. Ставим сюда. Так. Теперь берем номер, в котором мы хотим жить. Выберу соседа. Все, я соседом буду. Идем на третий этаж. Уи, соседи. Мне руки отвалились. Еще у меня ноги слишком большие оказываются. У меня тоже руки отвалились. Спасите, пожалуйста. Ладно. На поблизости экран нельзя. Ну так получится. Ладно, напишу по-английски. Хай. Ладно, я русский, не английский. Я умею говорить по-английски. Но писать тоже. Это идет отсылочка. Что у меня 2 года английского. Блин! Что такого музыка перестала? Что-то стемнение экрана, это очень странно. Хотя я все знаю, я играл в эту игру. Только не полностью. Я просто не понимаю, что мы говорим. Yes. Люто. Дай вуз. Круто. Я нашел. Уже единственное. Да. Бежим в лифт, срочно. Лучше по лестнице спускаться. Вау, паркурчик. Я гонщик нелегальный, несусь со всей скорости. Там был монстр. Чё это? Свинья, быстро, там свинья. 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 Спасибо.
Так, о, быстрее заходим в лифт. Сюда. Бежим! Сюда, в лифте, кто не успел. Все. Я монстр! А, все понятно. Это какашка. Мы ушли от какашки, которая, оказывается, хотела нас... На шашлыки пожарить, короче. И я. Кто же? Кто же еще? Так. А, нет, нас четверть осталось. Да. Выходим. А, мощь. А, это моя же комната, это мой... А, нет, да, моя, блин. Где мой билетик? Отдайте мой билетик. Куда вы его засунули? В жопу. Может, вы украли? Или он был бракованный? Мой билетик засунули в жопу. Иди, иди отсюда. Иди, блин, отсюда. Это была моя квартира. Ты просто... Узнаешь от тебя весь мир. Понял? Угу. Да-да. Так, спрошу, какие-то соседи тупые, которых мы не видели. Что? Ну да, возвращали в свою комнату. Только у меня был билетик бракованный. Это был не настоящий сигнал тревоги, но за нами хочет скакать свинья. Ну да, ходит. Это свинья. Большая свинья. Анжелика, дай мне получу суперзор один, а? Еще один, а? Окей, возвращайтесь. Окей. Вернее, выходите, мы тоже будем сейчас выходить. А, наверное, я это не буду полностью проходить, потому что я не паркурщик. Там будет паркур, и, короче, я не смогу, у меня лапы будут скользить. Это сложно. Кря. Очень интересно, кстати, сейчас будет. Вылавайдово, поздравляю! Да. Лапы вспотели. Я пока вот стою без лап. Все, я пока сплю. Просто постою. И мам сплю. Ням-ням-ням-ням. Можно ждать котика? Котик? Да ты в этой квартире что-то жила? Блин, я тут хочет. Был телефон. Ну, пошли, я иду за спасателями. Я выбрал викингов. Блин, опять реклама. Все, мы попались в его логово, где мы увидим официантку. Может, это и есть она? Да-да. Ну, сейчас вы будете смотреть на вот это. Да. Ты чувак, он со мной. Ну что ж. Ну, чё?
Теперь бежим. Все бежите. Бегите. Тоже зал этого зала проклят. Я знаю Женёку по звуку. Бежим, 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 бежим. Очень старшая крутая музыка. Я умер. Ладно. Смотри. Если хотите, пройдите сами. Отойди отсюда. Да. Кстати, я получил эту маску бесплатно. Как я просто поиграл в тусончик. Я получаю и эти мечики, только я очень сложно. Ну что ж. Мяу. Вот этот веселый тусон. Да, слишком сложно было его проходить, чтобы получить две вещи.